Так, хорошо, мы... О, нет. Что произошло? Так, мы вышли, значит, на улицу. Здесь вообще не пойми, что на самом деле творится. Но свет у нас есть и открыто. Никто ничего не продает. Видимо, все где-то спрятались в убежище, может быть. Почему нас только бросили? Так, что здесь, перепрыгнуть надо или что-нибудь опять подвигать? Эй? Эй, есть тут кто-нибудь? Так, ресторан. Так, а можно... Она, наверное, туда и надо, да? Это забастовка была. Да что же это такое? We don't need and ham. We don't... Будем переводить. We don't need... Нуждаемся в чем-то... Them. Они нам не нужны. Они нам не нужны. Кто, пришельцы? Все-таки здесь, наверное, что-то с пришельцами связано. Research fail. Так, research. Но search это поиск, а research... Не знаю, что, как это может перевести. Сейчас переведем research. Ой, что-то провалилось. Провал исследования. Так, хорошо, какое-то исследование провалилось. Там то же самое, здесь ну что. Worst scientist ever. Так. Что с наукой связано, по-моему. Worst. Если что, я через телефон перевожу. Поэтому так долго. Тист. Худший ученый. Ну, короче, худший ученый когда-либо, грубо говоря. Так, здесь что? Reboot. Reboot, по-моему, повтор. Reboot. Reboot. Перезагрузка. Перезагрузка системы. Здесь внизу что-то написано. Fake. Fake app. Wake up. App, я правда не знаю, как правильно переводится. Вряд ли этот переводчик не переведет. А, приложение даже переводит. Так, хорошо, значит, получается фейковое. Типа ложное приложение. Проснитесь, wake up. Так, ладно, все-таки, видимо, что-то с пришельцем. Может быть, мальчик тоже пришельцем является. It's your fault. Не знаю, что здесь нам хотят сказать. Типа, это твоя вина. У нас вроде такое было что-то. Это ваша... Fault. Ошибка. Это твоя ошибка. Если это не жизнь, то что? В общем, мы, как ученые, придется идти в обход. Так, дорога закрыта. Вот здесь переводить не пришлось. Так, то есть если мы ученые, значит у нас что-то вошло не так. Мы, скорее всего, изучали кого-то и... Можно вниз. Так, здесь лаги очень сильные. Мы изучали, я так понимаю, пришельца. Либо кого-то призрака, раз они говорят, что смерть это жизнь, что-то типа такого. Но в итоге, видимо, исследование пошло как-то неправильно. Мальчик выбежал и начался хаос. Может быть, это он все разнес. Здесь не откроется. Закрыто. Хорошо, что в парк по-прежнему никого не пускают. Да, только можно сбоку пройти. Опа. Грань жизни. Скоро во всех кинотеатрах. А, грань. Разве не край? The Edge of Life. Мне казалось, переводится как край жизни. Хотя, наверное, да, грань жизни лучше звучит. Так, идем сюда. Мия, я же сказал, что это мое личное... В этом-то и проблема. Мы имеем дело с полной неизвестностью. Ты уже рискуешь.
Знаю, но мне нужно найти ответ, а то... Мия, ты слишком много на себя берешь. Мия, подожди. Мне нужно работать. Так, Альберт какой-то. Кью Брисман. Тессерая in memory of 1921-2004. Так, ну то есть мы играем примерно в каком году? Наверное, в 2020 примерно. Может быть и 22-м. Founder and Engate Institute of Technology. Так, ладно. Потенциал. Потенциал. Так, это обратно перепрыгнуть. Так, а куда сейчас-то она двигается? Сейчас непонятно. Это надо отодвинуть. Что у нас здесь? Здесь у нас ничего. Назад она двигает намного быстрее. Так, с ней что-то было, нет? Это показалось. Это баллоны. Не знаю, что здесь за граффити написали. А может залезть внутрь? А ну, нам туда и надо. Так, хорошо, а здесь что-нибудь? Так, стоп. Eden in Eden Gate. Luxury and style. Так, хорошо. Я бы никогда не смогла там жить. Так, а Эден, может, как-то переводится? Эден? Эден. Переводится почему-то как Эдем. Пишется через N. Странно. То есть Google переводчик переводит Эден как Эдем. Может быть, так и правильно, конечно. Странно. Здесь закрыто. Или нет, надо найти другой вход. Уже увидели. Мальчика давно не было. Следующая остановка — магазин 24 часа. Ты сама придумала? А, это то есть он... А, он прямо в магазин въехал. Понятно. Вообще-то 0 часов получается, потому что здесь никого нету. Он же не работает. Так, вспоминать, что покупала на кассе. Мия, в том-то и дело. Я знаю, что ты смотришь на это по-другому, но иногда я так тебе завидую. У тебя столько свободы. Сейчас-то все хорошо, но когда я только родила, то думала, что моей карьере конец. Мне просто пришлось все это пережить. Спасибо, что пошла со мной. Мне нужно было отвлечься. Так, это была Натали, это которая... Которая, это, невеста главного госпиталя. Мяма. Безопасность превыше всего. Так, то есть... С Натали она дружила. Интересно, как? Она сама с собой о чем-то разговаривает.
нам приходит много сотрудников соседней лаборатории. Они часто покупают полезные закуски, протеиновые батончики, натуральные энергетики. Одна приходит поздно ночью, изможденная и всегда такая голодная, будто весь день не ела. Мне очень хочется с ней заговорить, но никак не могу набраться смелости открыть рот. Остается только гадать, с чем ей приходится иметь дело. Даже нас нарисовали. Так, ну если это была Натали, вряд ли она будет рисовать портрет. Ладно, уже не важно. В смысле не важно, ты все сломала. А что он вообще хотел открыть? Может быть, она закрыта была? Ладно, выходим. Ага, вот и вход. А может быть, Миам как раз-таки поженился с Натальей, они просто уехали? Пожалуйста, с работой. Так, опять дезинфекция будет. Ох, ненавижу все это. Не похоже, чтобы он работал. Так, это карта, да? Лаборатория, map, карта, ground floor. Граунд флур, это, наверное, главные двери. Флур. Блин, что? Нет, флур. Как переводится флур? Комната, может быть? Пол? А, этаж. Главный этаж. Или. Или. Я просто немножко по играм теперь учу английский, поэтому перевожу. Граунд флур. А, первый это. Граунд это первый. Я думаю, главный. Ground floor, первый этаж. Заземленный. Grounded. Ground над арахис. Нет, ну явно не арахис. Так, хорошо. Первый этаж. Надо проверить. Вот теперь все очень хорошо продезинфицировано. Очень увлекательно. Да, я так бесконечно делать могу. И буду. И буду. Ладно, хватит уже. Что, все, диалоги закончились? Ну ладно. Спасибо, что заботитесь о нас в эти беспрецедентные времена. Я понимаю, что вам приходится долго и тяжело работать. Вы важнейшая часть этой лаборатории. Пожалуйста, примите нашу благодарность, доктор Брессман. Лиам. Так, я пока туда не хочу. А у нас выбора нет, да? Да, здесь, в принципе, выбор-то у нас. Какой-никакой. Где мальчик? Пора бы ему уже появиться. Так, сейчас не сработает, да? Ой. Довольно опасная ситуация. А кувырок можешь сделать? Может, обмануть систему? Нет, систему не обмануть. Надо ломать. Да что это они все... Все сломались? Так, ну здесь больше ничего нет. Lab rules and hazard symbols. То есть какие-то опасные символы, обозначающие опасность. То есть ты на кого стряхиваешь? Lab safety rules.
Так, ладно. Какие-то знаки. Так, туда нельзя. Еще одна неделя позади. Совсем скоро придет весна и принесет с собой доброе здравие. Грозовой перевал Эмили Бронте. Придет весна и принесет... Что она сказала? Так, может, это надо было запомнить? Доброе здравие. Весна, доброе здравие. Сейчас где-то будет загадка какая-нибудь. Так, Chemical Storage Area. Так, туда нам... Может, надо пробить. Так, это берется с той стороны только. А, можно управлять. Я пока не знаю, куда мне управлять. Надо что-то перепрыгнуть. Сюда поднести. Ага. Серьезно? Сама так подбежала. Так, ну оттуда мы пришли. Так, ладно, а там все, больше ничего не было. А еще какие-то записки. Нет, ничего нету. Так, ладно, значит, надо только туда. Одна и та же заставка, что в госпитале, что здесь в лаборатории. Очень подозрительно. Вот так. Так, и эти двери сразу открылись. Ну, допустим. Испытание на людях. Ну, походу, вообще на детях. Список задач. Бланки согласия, поправки в ЭСО, истории болезни для Лиама, новый протокол документации, уведомить исследователей, в частности, Мию, за дело. Натали, всегда такая организованная. А я думал, Натали, она в этом магазине продает. Так, хорошо, Натали тоже ученый. По всей видимости, либо просто совладелец. Госпиталя. О, тебя давно... Ай, что это? Что за... Так, что мне делать? Оно, в принципе, не опасно. Что это? Глюки. Походу. Ты от меня не спрячешься. Пока, Мия. Не сиди допоздна. Хорошо, мне кажется, я почти у цели. Не забудь, что свет выключается автоматически. Я помню, у меня на этот случай... Обещай мне, что хотя бы спать будешь дома. Да, конечно. Запасной источник света. Так, что нам с тобой сделать? Фу, наверняка же можно как-то пробраться. Так, что мы нажали? Ага, кажется, работает. А, ну туда подведено, то есть мы прожектор зажгли. Так, ладно. Больше вроде здесь ничего нету.
Фу, сколько их тут? Они хотя бы не шевелятся. А, вот тут шевелится. То шевелится. Так, ну тут... Внимание, в этой зоне требуются средства индивидуальной защиты с маркировкой ЕС. Если у вас нет личного защитного снаряжения, немедленно обратитесь к своему руководителю. Ну, либо средства. Так, у нас костюма нет никакого. А, мы будем постоянно сейчас все поворачивать. Пройти можно было, да? Так тол... А, он обратно возвращается. Ясно. Так, туда мы не пройдем. Так, а видимо что-то все-таки не то, да? Нам это мало чего дало. А в другую, может, в другую сторону. А, налево больше нельзя. Так, ладно, значит, это сделано только, чтобы здесь пройти. А, вот здесь пролезть. Допустим. Так, привет. Не хочет докасаться. Может быть, тоже что-нибудь бы вспомнила. Пустота. Камера экспериментальных работ. Расписание: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Лиам, прошу прощения. А, я думал, мы камеру открыли. Так, а зачем это нам надо? По всей видимости, так. Так, в общем, какой-то наш эксперимент пошел не так, как мы планировали. Так, а нам куда? Что это надо перевернуть? Нет, налево больше дальше нельзя. Оставляем здесь. Пойди сюда, надо зайти или что-то сделать. Или не так. Или опять, наверное, куда-нибудь пролезть просто надо было. А, вон туда надо. Нет, дальше нельзя. А двигать тебя тоже нельзя, да? Значит, это, по идее, должно оставаться так. А, вторая, все понятно. Вторая направо. Все понятно. Я просто сначала не понял, просто куда нам вообще нужно. Но оказывается, нам туда. А вот здесь проход есть. Непростое начальство. Ваше начальство слишком много хочет, предъявляет заученные требования, относится к вам несправедливо, унижает, ругается. Вооружитесь всем необходимым для выживания и успеха на рабочем месте с непростым начальством. Обязательно к прочтению всем, кто работает в жестоких условиях современных корпораций. Брент Хамблтон. Так, ты только не вырастай сейчас.
а хочется. Не знаю, почему они света боятся. Мне все кажется, внизу пролезть можно. Все намного проще. Так, с той стороны ничего нет. Какие-то пустые пробирки. Пустота. Так, ну вот эти, я не знаю, что это, как их назвать, щупальца. Это растение. Конкретно здесь, конечно, не понять, что происходит. Видимо, показано, что лучи света попадают на них, они как-то растут, либо уменьшаются, что здесь хотят от нас. Либо как они новые появляются. Пока непонятно, сейчас чуть подальше узнаем. Кассир. Два протеиновых батончика Cleaver Bar. 4 доллара. Один напиток Хеллинг ВТР. Тропический вкус. Предварительный итог. И налог. Итог 7 долларов. К оплате. Спасибо, что выбрали нас. 0052. Производство Recept System. Так, ну либо нам на... А, здесь какой-то сверху еще. Гроссери 2.4. 2.4. Так, хорошо, наверное, 0052 нам нужно. Подозрительно. Любому 0052. Так, или нет? Надо это вообще где-то, нет? Так, мы что-то уронили. Или это просто звук создается? Не, шатается. Вот здесь дверь есть. Мия, прости, но мне пришлось сменить пароль. Тебе стоит побыть дома и немного передохнуть. Я скажу тебе новый пароль завтра. Пожалуйста, позаботься о себе. Натали. Интересно, на что она его поменяла? 0052. Так, а мы, получается, мы отсюда пришли, да? Я думаю, это уже новый проход. Да, мы отсюда пришли. Так, хорошо. Пароль от чека. Неплохая попытка, Натали, но ты меня не остановишь. Надо было пароль не говорить. Не записывать его никуда. Так, лаборатория. Так, здрасте. Странно, что они меня не трогают. Хоть как-нибудь могли бы и нападать. Я все равно сомневаюсь. Мы можем провести анализы. Нет, еще слишком рано. Она делает такие причудливые, мягко говоря, выводы. Тем более, если мы потратим мой грант на... О, Мия, привет. Не обращайте на меня внимания, мне просто нужно кое-что взять. По-моему, она тебя слышала. Ну и что, я могу все это повторить перед ней. Но не повторил. Это мне показывает, куда надо поставить. А, вот так вот.
Но страшно. Надеюсь, выдержит. Наверное, сейчас сломается. Не, ну если бы сломалось, то надо делать же тут прям целую кат-сцену. Все рушится, мы падаем. Так, ладно, уже особо влево-вправо не разглядываем ничего. Просто бежим. Куда-то. Так, здесь должно что-то вырасти, да? Так, здесь не перепрыгнуть. Уважаемый доктор Лоренсон. Так, ну Лоренсон это мы, Мия. Я рад приветствовать вас в лаборатории Веста в качестве исследователя. Для достижения важнейших целей Вести передовой микробиологической лаборатории Эденгейт требуются наиболее талантливые специалисты. Я уверен, что ваши навыки, образование и выдержка пойдут на пользу исследовательской команде. С уважением, Лиам Брэсман, директор и глава исследовательской группы лаборатория Веста. Зачем нам это сейчас? А, надо на себя, а потом там перепрыгнуть. Вот как она работает. Пропускай все эти моменты, когда что-то происходит. Давно мальчика не было. Так, rebound 17. Светофоры особо не работают. Да, в принципе, сейчас, наверное, не надо. Так, это он что? Мозг стиральной машины? А, наверное, это про промытые мозги. Контр. Ну, прикольно. Промытые мозги. А, это нельзя, я думаю, надо будет двигать. Так, что-то нам сделать? Наоборот, может отключить. Интересно. Теперь они еще и снаружи. Что-то там, чтобы не было. Так, до конца не получилось. Получилось. Так, это пока не работает. А, это не работает. Так, провод куда-то туда. А, он здесь, наверное, снизу. Снизу нельзя. Пока что. Допустим. Так, а здесь что у нас? Десятин мини-маркет. Тен. Десять. Тут где-то должна быть инструкция. В смысле, open, close, open и все, и нажали. В смысле инструкция? Две кнопки, у них должна быть инструкция.
Не, может быть, она, конечно, где-то и есть тут. А вот, наверное, здесь инструкция. Закрыть заслонку, включить, открыть. Что в этом сложного? Действительно. О, мальчик. Так. Сейчас я тебя, конечно, не ждал. Так, ну нам указывает туда. Пойдем. Сначала сюда. А, она сюда не идет. Ладно, идем внутрь. Что за жуть? Ничего здесь нет. Вы такого больше не растите. Так, хорошо, мы можем еще по лестницам лазать. Ну, или лазить. Так, ничего. Так, мы там были же, да? Блюм Марайн. General Store. Это магазин. Underground Shop. William. Greenwall Farmacy. Farmacy какой-то. Так, ладно, это нам, наверное, ничего не надо. Открыто 24 часа. Нам туда 24 часа. Эрза Зу. Хот-дог. Сэндвич. Фри. Если Зу это животное, то странно называть как бы что-то с животными связанное, при этом хот-дог, сэндвич. Могут вызвать подозрение, что они вообще из чего они готовят. Так, внутрь надо не попасть. А, все наладится, хотелось бы верить. А, я думаю, это щиток, мы сейчас откроем и включим электричество. Включим. Но нет, можно просто пройти. В канализацию не пойдешь? Вроде как не хочется. Так, куда нам за в обратку? Так, оттуда мы пришли. Пойди сюда куда-то надо. Как-то пролезть, может. А, вот, показали. Ладно, это первое место, где действительно было непонятно, куда вообще. А, то есть оно реагирует на звук, я так понимаю. Тот мальчик заорал зачем-то. Не знаю, на что она реагирует. Я так понимаю, нам надо забрать было это. А зачем? Сначала надо понять, зачем. Так, нас не пускают туда. Значит, наверное, не нужно. А, ну вот. Надо сначала схватить, потом показывают, куда, где она должна стоять. Чтобы мы понимали, куда нам надо перепрыгнуть.
Опять же, пока непонятно, куда мы вообще идем. Зачем мы сюда идем? Continental Travel Agency. Так, мы что-то про это читали. А, мы рекламу читали, какую-то брошюрку в госпитале. Funnyland. Вот бы куда-нибудь съездить, выбраться ненадолго из города на солнышко. Джеймс, у меня ординатура. Ах да, конечно. В смысле, я понимаю, что для тебя это важно. Джеймс. Нет, серьезно, я понимаю, тебе нужно сосредоточиться на работе. Я просто подумал, может, тебе стоит немного отдохнуть? Джеймс? Что ты здесь делаешь? Так, ну Джеймс кто? Парень, наверное, ее все-таки. Либо муж. Либо не знаю. Позже узнаю. Так, что он нигде не проходит? Есть кто? Слишком пусто. Так, что с той стороны? С той стороны ничего. Безопасная зона. Ну, если бы. А у них тоже, кстати, нарисовано. Safe zone здесь написано вопросик. По безопасная. Вот у них всех вот эти вот тентакли у них на руках. В противогазах. Так, вот здесь тоже что-то. Красит. Там, по-моему, инопланетянин справа. Наверху. Так, что-то здесь какая-то, как-то странно камера себя ведет. Ну обратно она уже не идет. Так, мальчик стоит опять. Надо бежать к нему. То есть он постоянно вот эту игрушку какую-то бросает, которую он собирал. Но это, видимо, какая-то клетка. А можно наверх? А, наверх, наверное, и нужно. Мы же здесь сейчас не пройдем. Кажется, я не могу туда попасть. Вообще ничего не говорит. Так, выше уже не пройдем. Так, что-то интересное. Вообще, как возможно? Или это какое-то утепление? Утеплитель дома, наверное. За кирпичом. А это зачем? Это может быть электричество здесь по стене проходит. Не знаю. Так, вот это уже посложнее, да? Так, это что у нас? Топливо, какой-то пампчок. Так, сейчас надо выключить. Это первое, это второе, это третье, да? Это не так. Посмотрим инструкцию, чтобы долго не гадать. Ну, серьезно. Просто открыто.
Здесь должна быть где-то инструкция. Закрыть заслонку. Так, чок, это заслонка, да? Запустить дополнительную помпу, подать топливо, дождаться включения индикатора, включить, открыть заслонку. Все еще не сложно. Так, чок, памп, фуэл, дождаться, чок. Так, чок, это у нас, по-моему, третья была, мне просто по этим названиям сейчас забуду. Короче, третья, вторая, первая, потом дождаться и опять третью. Проще. Правда, не знаю, нам надо это или нет, потому что мы уже можем куда-то выйти. Я так понимаю, наверное, надо. А, ну это мы сможем... А, может, сможем ее поднять? Оно нам надо? Так, хорошо, убрали. Раз, два, три, ждем. О, а, надо дождаться было вот это вот. Да, понятно. Так, а ничего не сработало. А, надо было нажать. Вот так, надо было дождаться, нажать Ignition. Теперь сюда. Хорошо, кнопка заработала. А, то есть нам просто надо было пройти дальше. То есть это мы возвращаемся. Ясно, опять сюда же. Так, ну туда мы точно прыгать не будем. Так, не двигаемся. Короче, мы спрыгнули, создался небольшой шум. Я не знаю, из-за шума это или нет. Не всегда из-за шума. Биохимия? Я, конечно, подозревал, но что в этом смешного? Ну, просто, чтобы этим заниматься, нужна ума палата. И тут я со своими камерами... О, посмотрите на меня, я хочу снять фильм. А ты в это время будешь мир спасать. Круто. Ты очень крутая. Так, ну, видимо, он просто познакомился с ней. То есть, это, может, даже не ее парень вообще. Ну, как бы мог бы, может быть, стать. Походу, он какой-то, не знаю, кто он там. Режиссер, может быть. Либо какой-то сценарист. Высшая школа Эденгейт. Планирование жизненных целей. Что вы будете делать после окончания школы? Задумайтесь о своих приоритетах в различных категориях. Карьера, семья, общественная жизнь и финансовые цели. Перечислите все, что придет вам в голову. Колледж, карьера, достижения, покупка дома, создание семьи, Джеймс. Возможно... А, это все понятно. Джеймс и Мия. То есть это они проводили. Так, хорошо. Колледж, возможно, да. Карьера, режиссер... А, ну вот, режиссер он. Мия ученый. А, то есть они только, может быть, это немножко в детство, то есть уходит, что они еще пока не работали. Вот, то есть она хотела стать ученым, а он режиссером. Либо они уже были. Скорее всего, уже были. Достижение Оскара, Нобелевская премия. Покупка дома однозначно, скорее всего, под вопросом. Создание семьи однозначно. Она ничего не ответила. Так, ниже ничего больше нет. Не, ну ученые тоже создают семьи. Правда, они все время все равно проводятся где-нибудь в исследованиях. Что за шум? Что-то упадет. Так, нам, наверное, внутрь, да? Внутрь, наверное, нас не пустят. Может быть, и пустят. Может быть, и нет. Это вообще что такое? Просто... А, вон. Центральный банк.
В банк нам вряд ли нужно. Я могла бы сходить. Так, ну это палатки, видимо, кто-то забастовку делал. А где вход? А, вот здесь вход. Есть там кто-нибудь? Видимо, никого. Так, construction site. Нас туда не пускают. Либо надо перелезть. Нам, наверное, туда, нет? Может, туда и не надо? Какие тогда варианты, да? Варианты только в банк идти. К банку мы уже подходили. А, надо вот сюда. Ты не перепрыгнешь, ты сейчас упадешь. Даже вниз не прыгает. А, надо сдвинуть. Все понятно. Так, хорошо. Хорошо, что не в банк, потому что там столько локаций, столько помещений. Так, наверх нельзя. Так, а куда? А, нам все-таки туда надо. Нет, не сюда. А, вниз. Я думал, здесь только наверх. Но, в принципе, нет, прыгать высоко. Вот там могла она спокойно спрыгнуть, да и все. Да и пройти. Так, это, наверное, рановато взял. Ну-ка, она прикольно бегает. Быстро-быстро ножками передвигается. Скорее всего, сюда. Только я думал, дальше. Может, сначала надо было пройти самим. Что бы мы там посмотрели? А, можно здесь пройти самим. Так, ну это какой-то гараж там или что? The Edge of Life. Может, бар какой-нибудь? Там красивая граффити. Может, бар, может, клуб какой-то. Но очень странно, что она не может просто забраться. Что это, по-моему, вообще сейчас все лишнее. Что бы это могло значить? То эти вот тентакли могут рисовать граффити. Кто же еще это нарисовал? Явно не люди. Фи. Так, кто-то фары не выключил. Ну, в принципе, уже никто и не вернется за ней. Вот странно, зачем вот мы все это делали? То есть вот банально она могла бы забраться вот просто вот. Вот здесь вот. Сделать два шага. Нет, надо было заморочиться. Так, а это не посмотреть. Это нас можем осмотреть, нет. Don't Trust them. Это может что-то такое переводили, по-моему, типа не верьте или что-то. Не доверяйте им. Контр. А, контр это получается контроль означается. Я думал, контр как на клавиатуре, просто контр. Хотя где-то там была какая-то надпись Ctrl-Z, по-моему. Типа отменить. Так, ладно, смотрим, что у нас здесь. А, здесь у нас режиссура. То есть мы к Джеймсу, наверное, ворвались. Эмпресс.
Мила. Фильм ты хочешь посмотреть? Что ж, придется попотеть. Запусти мотор шуметь. Пленку вставь и пусти свет. Объектив открой, а то черным будет цвет. Все вокруг соедини, вот и можно отдохнуть. Только не забудь, поздравляю, уловил ты. Чего? Говорит Мила. А, так это задание, наверное, было. Джеймс и друзья представляют кинотеатр «Инферно», что делает фильм потрясающим. Кино как способ коммуникации, обзоры и многое другое. Разговаривать о снах все равно, что беседовать о кино, потому что кино говорит на языке снов. Годы в нем могут пролететь за секунды, а места сменяют друг друга за считанные мгновения. Федерико Феллини. Так, вот здесь, по-моему, изображен вот этот мальчик как раз-таки, за которым мы постоянно бегаем. Он уж тогда был таким чем-то там. Снейп оф Мардер. Вот качество изменилось. Только что нормально было. Так, давай вернись обратно. Ладно. Качество куда-то исчезло. Так, ну туда мы потом, наверное, полезем. Там что-то можно будет забрать. Пока нам надо включить фильм. А, то есть это все-таки была подсказка. Мотор включите, свет, бла-бла-бла. Включить. Свет. Мотор. Power. Так, хорошо, power. Я просто не буду сейчас возвращаться, смотреть, что там надо было сделать правильно. Мотор, свет неправильно. Просто наугад, короче. Не читайте опять эту записку. Ставьте фильм, включите свет, потом shutter, потом connect. Сейчас такая просто кат-сцена на полтора часа, просто фильм смотрим. Грань жизни.